Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем. Так, 29 монет. У нас, кстати, достаточно монет, чтобы купить ДНК. Точно? Точно. Так что давай быстренько с тобой возьмем это дело. Так, 3 ДНК на Донателло Космос. Берем. Отлично. Так, по жетонам у нас что? Кисло, все понятно. Так, задание давай-ка выполним по-быренькому с тобой. Так, серия испытаний. Сразиться в боях. Давай-ка вначале в боях мы сразимся с тобой. Ну, типа сразимся. Так, мы решили прокачивать с тобой Ваньку. Так, Ванюша, у нас не хватало с тобой что? Мутагена, да? А, я хотел же вот это прокачать. Да. Поэтому прокачиваем, ребята, все. Что? Твою налево, тут 2500 нужно. Понятно, значит, еще пока, ребята, не время. Ну что же, давай тогда бесплатно откроем с тобой пак. Так, нам Ксивермонтус выпал. Окей. Так, значит, теперь пойдем искать тогда элементы. Элементы нам нужны. Ну, давай, допустим, здесь. Если мы с тобой это все потратим, блин, мне... Не понять. Ладно, ребята, фиг с ним. Улучшим, улучшим, короче, вот этот кастет. И переходим с тобой к прокачке. Вот, пулеметная дробь. Что нам нужно? 8 пультов. 8 пультов нам нужно найти. Ну что, поехали. Раз. Два. Три. Так, подожди, это нам не нужно. Так, 3 пульта уже есть. Так, 4. Еще столько же осталось. 5. Так, подожди, 5. Ну что вы, ну дайте мне пультики. 6. Так, еще 2 осталось. 7 и последний, последний, третий. Ну давай, 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 давай. Да ё-моё, ну. Вот, все, друзья мои, набрали. Прокачиваем ему лучший друг Ивана. Это пулеметная дробь, как я ее называю. Мы прокачиваем до 4 ступени. Это круто. Так, нам нужно будет потом найти с тобой 4 геймпада и 10 ящиков с инструментами. Отлично. Так, забираем с тобой награды. Раз. Два и три. Так, поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну, давай, наверное, мы с тобой пробежимся по серии испытаний. Кстати, сегодня можно будет ее пройти полностью, если будет у нас такое желание. А у нас будет оно, а? Как ты думаешь? Если мы сегодня на арене быстренько пройдем, то, наверное, да, стоит пройти. Так, ну что, Бакстер Стокман будет первый, кто у нас будет получать люлей. Усаги, ну что ж ты так слабенько, давай, Шреддер. Опа, вырубил его, прикинь. Петручо. Так, минус гриб. И не добил, да? Переходим с тобой на вторую волну. Так, кто у нас тут? Мутагеноид и Крип. Ну-ка. У Усаги нету двойной атаки, вот это плохо. Молодец, красавчик, Супер Шреддер. Давай сделаем, наверное, с собой вот так вот, выпустим ракеты. Угу. Криповского нужно валить, срочняк. Минус и Маузер. Вшивенький Маузер, который тут мешается нам. Все, ребята, серию испытаний мы прошли, поэтому получаем награды, и нам нужно будет еще поднять уровень персонажа. А вот насчет уровня поднятия персонажа, я думаю, что не получится из-за того, что у нас мало мутагена. Сколько у нас вообще, где тут посмотреть-то? Сколько у нас мутагена? Ребята, я думаю, что тут даже на самого слабенького не хватит у нас. Ну-ка. Да какое, конечно, тут, считай, 3000 нужно, а у нас всего лишь 2000. Ладно, ничего страшного, набьем с тобой. Ох, друзья мои, а вот это вот, извините меня, но я сейчас пройду, прям при вас. И ты, думаю, догадываешься, зачем это мне сейчас нужно. Само собой, чтобы получить эти жетоны. А за жетоны мы что с тобой сделаем? Естественно, прокачаем нашего бибопчика-кролика. Ну, я имею в виду, у него костюм кролика пасхального. До золотого ранга, да-да. Ну, до золотого не обещаю, но до
4 серебряных звезд точно будет, ребят. Но там дело лишь в чем будет? В мутагене. Если мы арену сегодня с тобой нормально пофармим, да, то в принципе мы сможем даже, наверное, все-таки перевести его и в голду. В общем, сейчас мы это с тобой проверим лично. Так, это у нас было какое? Второе, да, событие? А их всего здесь, по-моему, 5. Так, забираем здесь 60 жетонов. А, нет, ребят, их 4. Погнали. Пройдем сейчас это, тоже на автобой поставлю. Ну, здесь на автобой все, ребят, потому что, ну, змейка Вюн довольно легкий. Единственное, что вот на последнем этапе, да, немножечко нам, наверное, придется или самим подраться, или же они будут разбираться, ну, наверное, долго. Так, все, змейка Вюн здесь упал. Мы с тобой двигаемся далее. Я, наверное, последний бой все-таки сам сыграю. Мне нравится, что здесь у Ваньки у нас уже прокачано до какой? До 4 ступени, да? Пулеметная дробь. Или до 3, по-моему, до 4, да? Так что давай посмотрим, как он вообще будет себя здесь вести. Как он будет себя здесь действовать. Такой кирпичный этот Ванька, когда бежит. Действительно, как кирпич. Вот плохо то, что нам меткость понизили. Давай сделаем выстрел. Так. Дальше, блин, меткость. Ну давай попробуем все-таки тройной укус сделать. Надеюсь, попадем по нему. Попали, еще как попали, ребят. Все, змейковин начинает, ребята, буянить. На тебе, познакомься с другом Ивана. Вот, начинается, короче, у него, смотри. Заблокировал мне. Точнее, даже не заблокировал, а уменьшил защиту, меткость, а тут и защиту, и атаку. Поэтому надо сразу валунов в него бомбить, чтобы уже наверняка. Все, друзья мои. Так, ну что, теперь мы с тобой смело можем отправиться в магазин и взять те самые недостающие нам 3 ДНК. Так, магазин. Предметы. Вот он. 710 нужно было. Ну что, друзья мои, берем, идем в список и смотрим. Ну вот, я тебе и говорил, что проблемы будут в мутагене. Ну, я надеюсь, что мы сейчас с тобой на арене все это дело исправим. Так, а перед тем, как идти на арену, я хочу, знаешь, что сделать? Немножечко пофармить, с вашего позволения. И вы прекрасно знаете, кого я буду тут фармить. Опачки, донатало видение, круто. Так, карта вот. Самое плохое — это карта и осколки. И деньги тоже вот эти вот. Ну потому что мы и так, ребята, с вами и без этого можем эти карты понаходить. Осколки, этого у нас. Да вы серьезно, что ли? Последняя попытка, ребят. Ну наконец, Леонардо видение. Так, ну что, как ты видишь, у нас очень мало с тобой телепортов. Поэтому я покупаю 250 штук. Фу, этого нам хватит на недельку как минимум. Так, бесплатные билеты я, к сожалению, пока, ребят, не смотрел рекламку. У нас 24 отката есть, и я думаю, что нам хватит. Так, ну а теперь можно смело идти на турнир. Меня сбросили до Лиги Сёгунов. 3 звезды, как ты видишь. Так что нам нужно скакать в припрыжку, я бы так сказал. Ну давай, давай. Ну, блин, вот было, ребята, здесь было 16-22, и я, как всегда, поспешил, нажал на обновить. Вот. Игорек. Ну что же, берем, как всегда, нашего Армагона. И с Армагоном 65 уровень. Слушай, как ты думаешь, мы справимся, например, с одним лишь Армагоном? То есть он потянет, он сможет их вырубить или нет? Давай-ка мы это дело проверим. Если нет, полетят наши головы здесь. Причем очень круто полетят. А-тя-тя, вот это, ребята, вот это косяк. Вот это вот называется косяк. Все, ребят, по-моему, кому-то крышка сейчас будет. Эх, Шинигами. Армагон, Армагон, подвел ты меня. Вот что я тебе хочу сказать. Уж никак я не думал, что ты не добьешь этих двух олухов несчастных. Ну, видишь, он не добил, ребята. И сделать я здесь ничего, естественно, не смог. Даже подстраховки-то не было у меня. Я думал, хотя бы 50 уровень они сразу не завалят. Если бы они били бы не все вместе шинигами, а, например, кто-то шинигами, а другой, ну, предположим, даже Рафаэля там или еще кого-нибудь, тогда все было бы хорошо. Ну, у них же так не положено. Они же бьют того,
у кого меньше всего здоровья, чтобы завалить наверняка. Вот и все, и они этим пользуются. А теперь они мне здесь не дадут 16-22, знаешь почему? Потому что я якобы сфейлился на этой битве. Ну и они посчитали, что я типа слабачок. И 16-22, типа, парень, ты еще не дорос, да, до этого ранга. И получаешь 16... А, нет, вот, есть Владимир. Молодец, спасибо, Владимир, выручаешь меня. В данный момент, так, 60... Не буду я... Нет, я пойду, но я кое-что другое сделаю, ребят. Я возьму... Тут уже приходится брать подстраховку. Как ни крути. Просто приходится брать. А я хотел, на самом деле, отыграть, ну, опять же, львиную долю наших персонажей. Ну, видишь, не судьба. Так, я надеюсь, Джастин по инициативе не слишком слабый, а? Так, давай. Влупляй. Ну вот, ребят, ну вот, вот как вот это вот понять? Тут те же самые 65 уровни были, и, как ты видишь, мы их просто разрулили с полтыка. Там же нифига подобного, там он двух не добил. Тем не менее, мы с тобой переходим в Лигу Мастеров, одна звезда. Сегодня я попробую дойти до двух звезд и где-то до серединки трех звезд. Я думаю, что это будет оптимал для нас. Так, возвращаем Ромагона. 67 и 66 уровни здесь. То есть... Блин, да есть риск. Ладно, я возьму Донателло тогда. Я возьму Донателло. Хотя Донателло, из него здесь помощник, на самом деле, никакой. Что он там своими сюрикенами будет бомбить и... Они будут просто надо мной смеяться, вот и все. Так, ну что, приступим. Начнем с валуна, как всегда. Итак... Ну, он просто красавчик. Я не знаю, может быть, он пошел на путь исправления. Или как это назвать. Там фейлился, а тут, извини меня, выиграет уже второй бой. Тем более, враги 67 уровня, там были 65-го. Так, 83-я позиция. Фиговенько, очень медленно мы с тобой продвигаемся. Угу. Так, ну что, Махмуд, берем Махмуда с тобой. Так, Махмуд, подожди секунду. Раз, два, три, четыре. Ну, как-то так вот нам лучше сделать. Попробуем, посмотрим, что у нас из этого получится. По идее, они должны упасть все. Как только я говорю «по идее», сразу же, ребята, они падают. Если бы я этого не сказал, наверное, бы кто-нибудь да выжил. Ну что же, попадаем куда там? 72-я? 69-я. Ага, это уже лучше, ребята. Это уже душу греет, как говорится. О, 17-23. Ярослав. Спасибо, Ярик. Ты как раз вовремя и как раз кстати. Ну, тут, ребята, уже все без подстраховки никак. 74-й уровень пошли. Я возьму Зека. Попробуем с Зеком здесь разрулить ситуацию. Потому что Зек бросает первую бомбочку, замедляшку. И все-таки хоть чуть-чуть, но отнимает у них здоровье. Да, этого будет достаточно, чтобы Армагону, скорее всего, их пробить всех полностью. Без остатка. Да. Отличная команда у них получилась. И мы с тобой двигаемся дальше. У нас там 60 какая-то. То есть уже будет сейчас 50-я позиция. 100% тебе говорю. А нет, нифига. Нифига, ребят, 53-я. Так, 17-23. Илсайд. Ну давай посмотрим, что это за Илсайд. Вот смотри, 70 уровень. Я не беру, ребята, никакой подстраховки. Целенаправленно не беру. Я просто хочу посмотреть. Если он сейчас здесь фейлится, я, конечно, этого не хочу. Но если вдруг, то я могу только сказать тебе одно. Без подстраховки Армагон слабее. Да чтоб тебе, Донни, ты выжил. Как ты выжил-то, а? Ну-ка, Майки вряд ли его уложат. Вот Бибоп может. Да, и он это делает, ребята, с превеликим удовольствием. На какое местечко мы сейчас с тобой попадаем? Давай посмотрим. 42-е, наверное, да? 41-е. Окей. Так, 17-23. Данил. Я буду придерживаться именно тех ребят, которые, ребята, имеют наивысшие, как говорится, кубки.
кто-то со мной спорил, что кубки ничего не дают. Ребят, ну как они ничего не дают? Они дают мне... Чем больше у нас кубков, тем больше мы поднимаемся по лиге. Вот в этом вся соль. Ну-ка. Ой. Хотя, чего волнуюсь, ребята, у меня есть Леонардо. Леонардо не даст в обиду. Вот здесь подстраховка как раз на 100% была сыграна как надо. А если бы я не взял бы никого, то бы всех разобрали, кроме самого Армагона, естественно. Ну что же, двигаемся дальше. И это у нас 30 там какая-нибудь. О, даже 26-я, но это лучше даже. 17, вот опять начинаете, да? 16-22, вот, было. Есть. Но тут Микеланджело противный, я не хочу с ним, ребят. Вот здесь лучше, да? Янис. Вот с Янисом можно, как говорится, поиграть. Я даже, наверное, возьму вот этих вот. Раз, два, три. Трех слабых персонажей. Что-то я так чертовски устал сегодня, ребят, на работе. На самом деле, так спать хочется. Прям глаза вот закрываются и все. Наверное, сейчас сниму этот видосик и лягу байки. Хотя сегодня хотел еще в Юрский парк поиграть. Хотел поиграть в этот Dice After, в эту выживалочку нашу. Много чего хотел, но что-то не могу, ребят, залипаю. Так что сейчас быстренько с тобой сыграем и пойду я отдыхать. Так, ну что, какая там? 15-я? 11-я позиция, окей. То есть мы уже с тобой 100% переберемся в Лигу Мастеров. Две звезды. Так, давай сюда. И возьму, наверное, Супер Шреддера. Так, и с каких-нибудь с тобой вот так вот слабеньких персонажей, естественно, за счет... Неважно, кто у тебя. Сильный персонаж, слабый. Кубки, ребят, ты получаешь за каждого выжившего персонажа. То есть, если вот у нас есть команда из 5, то на каждого персонажа выпадают кубки. То есть, там, 11-15. Это потом все плюсуется, суммируется, и за счет этого ты поднимаешься по лиге. Так, ну что, здесь, как ты понимаешь, победа за нами была. И мы с тобой переходим или нет? Да, мы переходим с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Персонажей мало. Мало персонажей у нас. А так бы мы, наверное, сегодня все-таки могли бы прорваться. Так, давай-ка я еще возьму Супер Шреддера. 14 откатов. Что-то как-то, ребят, что-то плохо все. Ну, 14 откатов. Ни туда и ни сюда. На 7 поединков, если делим пополам, получается всего лишь 7 боев. Это действительно очень, ребята, мало. Ну что, давай, наверное, валунчиком дошатаем всех, да? Пумс. Причем самое удивительное, да, ребят, я сейчас играю в черепашки-ниндзя-легенды. Рядом у меня лежит мой телефон, да, и на нем я играю черепашки-ниндзя-безумные мутанты. Ну как играю? Я в данный момент... фармлю арену. Арену и шестой канал. Чтобы в следующем ролике мы с тобой могли все-таки как-то разобрать этих братьев. Я именно про черепашек ниндзя говорю. Я пытался тут как-то, думал, ну сейчас разберу. Просто хочу проверить, думаю, нормально ли я подкачался. Да какой там нормальный, друзья мои, разбирают с полтычка. Я не знаю. Этот в свое время... Илья Иллинойс, он говорил, Рэй, типа, они сами по себе очень слабые черепашки. Ну, судя по тому, как они там меня разбирают, я бы, наверное, с ним бы поспорил. Нифига себе, слабые. Они друг друга дополняют, понимаешь? Один там вешает броню, другой там еще что-то делает. Как бы именно синергия у них получается. Ну, это нужно прокачивать всех черепашек до одного уровня, только в этом будет толк. Зря так сейчас же, он же сейчас звезда. Ай-яй-яй. Так, Рафаэль, давай. Отлично. И этого сможешь завалить? Вряд ли, конечно же. Давай бросим туда баллончик. И тройной укус должен нам помочь, в принципе. Раз, два, три. Есть. Хотя у него там была и меткость, да, повышенная, и все тому подобное.
Ну что, с 90 там какой позиции мы с тобой перелетим? А, с 80 на 65. Слушай, это очень хорошо, кстати, мы с тобой идем. Так, а здесь у нас 17. Это уже, ребят, предел. 17-24, это все. Дмитрий, Диман. Ну давай, Димыч. Дим-Димыч. Иду, короче, в самый хвост. Раз, два, три. Пускай эти малыши прокачиваются за счет наших больших собратьев, да? Больших и крепких бойцов. Так, сделаем свою вертушку. Блин, не могу, ребят, залипаю, просто трындец. Сейчас усну, если честно. Так, секундочку. Валунчик. Окей. Просто хочу добить, ребят. Я даже не знаю, наверное, смятение с другого измерения мы с тобой оставим на завтра. Завтра у меня коротенький выходной. Но все-таки выходной. И поэтому и поиграем мы в Юрский парк. И поиграем мы с тобой... Во что? Давай. Там еще, кстати, у меня одна, ребята, из игрушек готовится к этому, к обзору. Это от компании, которая сделала Towerland. Ну, все ребята, которые следят за моим каналом, они знают эту игру, Towerland. Мы в нее играли. Даже вот эта вот защита башни, это, ребята, ну, чисто дубликат, да? Вестерланда. Так вот, короче, от этой компании вышла игра одна. Но называется она приблизительно как Вестерланд, только называется Вестервелл. То есть Вестер, я так понимаю, это страна или как там? Страна, наверное, переводится как ланд. Ну, в общем, Вестервелл, защита города или что-то типа того. Там на заставке нарисован, ребята, городишко такой, деревня, да, скажем так, деревня. И эта деревня окружена башнями, всем вот этим вот прочим. И, короче, я так понял, что ты уже будешь защищаться не только с этой машины, как в Эстерланде, да, у нас там этот такая, типа, крепость передвижная, и мы защищаем замок с помощью вот этой башни, то в Эстервелл ты будешь в город, то есть ты будешь обустраивать свой город, стены, башни, самих юнитов внутри этого поселения. Вот, наверное, так. Я не буду, ребята, точно утверждать, потому что я только посмотрел скриншот. И вот, в принципе, я хотел тоже ее как бы выложить сегодня. Ну, я думал, что сил хватит, но сейчас под вечер меня что-то так разморило. Я думаю, вы меня поймете, как говорится, да? Тем более сейчас на канале есть что смотреть, очень много там вышло игр. Да, я не спорю, не каждому они, конечно, по вкусу, но тем не менее. На моем канале, если посчитать, ребята, 4500 видосов. Вот, на данный момент, может быть, даже чуть больше. Так что уж поверь мне, посмотреть можно там, смотреть, не пересмотреть. Особенно если смотреть старые, самые старые видосы, когда я только начинал. Даже так это нелепо там смотрится, там, и голос такой, и-ти-ти-ти, ну, там, наверное, просто был микрофон еще такой, фиговенький. И манера вот это вот, ведение себя, ну, всегда, ребята, когда человек начинает что-то новое, да, это же нужно, ты представляешь, изо дня в день разговаривать, ну, практически сам с собой. Ты объясняешь, сам-то ты понимаешь, да, происходящее все на экране. Вот, но ты же, есть вот эти вот no comments ролики, да, где люди просто снимают игровой процесс и в тишине, ну, просто молча, и все. Ну, они как-то мало требуются популярностью, а вот когда ты объясняешь людям, рассказываешь, хочешь донести какую-то свою мысль, это еще нужно правильно сделать, а это не так уж и легко. Это уже потом, когда у тебя год-другой проходит, ты уже, знаешь, себя чувствуешь как рыба в воде, ты можешь... найти в любой ситуации какую-то определенную фразу, воткнуть ее и, как говорится, быть на коне. А когда ты только начинаешь, когда у тебя нету опыта, и ты начинаешь путаться, там еще что-то делать, это, конечно, выглядит смешно. Поэтому, я не знаю, старые видосики, конечно, хочется удалить, но это как бы память все-таки, ребят. Ну, для меня лично. Для меня это память. Просто иногда бывает заглянешь, так посмотришь, посмеешься.
Как это все выглядело смешно. И все. И сравниваешь свой, как говорится, уже уровень. Кто-то, кстати, писал, спрашивал меня в комментариях: Рэй, а будут ли стримы? Я уже на этот вопрос, ребята, отвечал. Ну, отвечу еще раз. Да, они будут. Как скоро, я не могу тебе сказать. Наверное, скорее всего, как я уже полностью перееду на новую квартиру, и там уже буду стримить. Стримить, и там уже будут и камера, и все. Все, что полагается, короче. Ну, а нас я, друзья мои, поздравляю с мастером 3 звезды. Это, на самом деле, очень хорошо, это очень круто. Если мы еще сейчас с тобой доберемся, ну, хотя бы до платежка, хотя я очень сильно сомневаюсь, потому что у нас с тобой заканчиваются откаты. Но это которые у меня были. Ты не забывай, что я могу еще сделать откаты за просмотр рекламы, что, скорее всего, мне придется делать. Ну, для вас это будет секундная пауза, да? Даже паузы никакой не будет. А для меня это, ну, придется, ребят, посмотреть мне 5 реклам. А иногда рекламы такие идут очень долгие, нудные, противные. Но их никак не промотать. Их приходится смотреть. Ну, как бы ты можешь, конечно, закрыть этот экран, да, или там отвернуться. Но время все равно на это придется потратить. Так, ну что у нас тут? 85-я позиция. Я смотрю, ребята, мои черепашки на мобильнике рвут. 6-й канал просто в шорох, ребят. Просто в шорох. Мне это нравится. Так, ладно. Ромайн. Ну, давай возьмем Ромайна с тобой. Ну, а что делать? Армагоша и... Все, и все. Ну, давай попробуем тогда, наверное, вот так вот сделать с тобой. Чтобы у нас просто-напросто никто не упал. Команда все-таки против нас довольно сильная. А массовиков-затейников у меня только лишь, как ты видишь, Армагон. Давай-ка я вот так, наверное, сделаю с уклоняшки. Так, и... А Майки усиляет, естественно, команду, да, на атаку. Давай-ка мы с тобой волнчик туда швырнем. Почти великолепно, почти. Недобитыши, конечно, есть, но это не страшно. Это не критично, да? Так, морозилка мне... А, ты вот, я думал, что она будет сейчас ускорять команду. Так. И пулеметная дробь. Все. Как говорится, изи. Ну что, давай-ка я, наверное, все-таки, друзья мои, гляну эти рекламки. Ну, потому что нужны откаты. А я хочу дойти до 50-го ранга. Так что я пошел пока смотреть. Ну что, друзья мои, все билетики получены, поэтому мы продолжаем с тобой турнир. Так, 10 билетов, это получается у нас 5 поединков. 5 поединков, это, грубо говоря, где-то 50 ступенек. А это, кстати, немало. Так, давай будем брать с собой Армагона и Супер Шреддера. Слушай, у нас даже, наверное, персонажей-то не хватит. Хотя, кто его знает, сейчас проверим. На 5 поединков, я думаю, мы как-нибудь уж наскребем с тобой, да? Так, поехали. Супер Шреддер делает свою суператаку. Тыч! Великолепно, и Армагон добивает. Это слишком, ребята, быстрый поединок, я бы так сказал. Всего лишь 2 атаки. Супер Шреддер и Армагон. И все. И они лежат штабелями. Так что давай следующий поединок. Так, смотрим, куда мы с тобой перемещаемся. 57-я позиция. Подожди, какой магазин? Какой магазин? Ты о чем? Не надо мне никаких магазинов сейчас. Так, здесь я возьму Артемку. Вот. Берем Артема. Раз, два. А чё я вот этих не отыграл, скажи-ка мне на милость. Давай отыграем и этих. Какая нам разница, маленьких, слабеньких или пожирнее, да, чуть-чуть. Главное, чтобы была фул команда. Вот и все. Тыдыч. Да, круто, круто, конечно. Супер Шреддер тут бомбит. Ну, а мы с тобой переходим к следующему поединку. И кто тут у нас, кто у нас тут выпадет, давай посмотрим. Во-первых, место мы зарабатываем 43-е. 43-е, нифига себе. Так, и здесь я возьму, наверное, Георгия.
Так, Армагон, ты уж извини, придется нам еще с тобой подраться здесь чуть-чуть. Так, 4 отката всего лишь остается у меня. Ну, а 4 отката это значит 2 поединка всего лишь. Хотя иногда 2 поединка тоже, ребята, много чего решает, верно? Погнали. Так, вызываем шипы. Хм. Выжили все. Замечательно. Так, еще 2 поединка, да, получается? Ну да, у нас, скорее всего, не хватит с тобой персонажей. Мне почему-то сейчас так стало казаться. Там у нас в конце где-то 2 осталось, да? И здесь в начале тоже 2. 4. А мне нужна подстраховка еще. Плюс ко всему, об этом тоже не стоит забывать, ребят. Так, возьму-ка я, наверное, вот это вот. Витяко. Витяко. Так, подожди, нет. Берем супер-шреддера. Армагона. Крысу Криса Брэдфорда. Так, подожди, это отыгранные. Вот. Это что у нас? О, друзья, у нас всего лишь осталось 2 персонажа. Ну, ты понимаешь, да, что если мы даже... Хотя можно не полным коллективом сходить. Сейчас мы посмотрим с тобой. Как тут лучше сделать-то, даже не знаю. Не полным коллективом тоже не хочу. Потому что мы получим мало с тобой наград. А с другой стороны, оставлять вот там вот персонажей, которые не отыграли, это как-то кощунство, да, с моей стороны получается. Ладно. Смотрим. Прикинь, если мы сейчас с тобой возьмем... Я знаешь, что думаю? Что мы сейчас просто с тобой возьмем топ. Вот и все. Так, у нас 2 отката. Короче, я беру Армагона, беру Супер Шреддера и... Так, подожди. Тут еще и Железноголовый у нас затесался. Ну где? Все, ребят, прикинь, мы всех отыграли. Блин. Вот это будет круто, если мы с тобой прямо в топ сейчас залетим. Захотел, как говорится, дойти до Лиги Мастеров 2 звезды, да, там 50-й ранг взять. А тут хобана и сразу в топчик можно попасть. Так, ну-ка. Отлично. Все, ребят, смотрим теперь наше, как говорится, место. Я почему-то думаю, что оно будет первым. Ну-ка. Да, друзья мои, первое место. Отлично. Так, поднять уровень персонажа. Ну что же, давайте, ребята, у нас вот, вот он ждет. Сколько? О, мутагена как раз хватает. Развиваем, друзья мои. Тин-дирин-дирин-дирин-дирин. Рокстеди, красавчик. Так, у него, ребята, открывается новая пассивка. Не трогай мех. Рокстеди проходит... А, приходит в ярость, когда враги ерушат его мех с вероятностью 5%. Появится состояние контратаки в течение одного хода. Да? Я не знал, ребята, такого. Так, а чтобы перевести тебя в следующий ранг, ну-ка, что там надо? 330. Да, конечно, конечно, ребята. Ту-ту-ту-ту. Изи. Да, друзья мои, он получает 4 золотых звезды. И 50-е. Я хотел сказать место, 50-й уровень. Ну что, не зря, не зря мы сегодня, ребята, пыхтели, краптели, все у нас вышло великолепно. Ну а самое главное, что я могу теперь с чистой совестью, со спокойной пойти и отдыхать. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Для
Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Черепашки-мутанты ниндзя. Юные таланты.